Был обычный рабочий день, у нас была репетиция мероприятия, на сцене 20 детей. И тут вышел, значит, наш техник Олег Геннадьевич Демичев в мегафон, всем объявил, что началась эвакуация, срочно всем покинуть здание. Детей быстро очень схватили в охапку, всех вытащили на улицу. Из здания вышло человек около 100. Детей было много, потому что шли репетиции к мероприятию предстоящему в Лагутино.